Всем привет! Хотел бы поинтересоваться вашим мнением. Как вы считаете, удастся Виктору Медведчуку восстановить, так сказать, свои три канала, и как это будет происходить? В скором будущем или все-таки пока президент Зеленский, каналы не будут функционировать? Напишите в комментариях, как вы считаете, когда и настолько быстро, и вообще сможет ли восстановиться эта империя информационная с трех каналов: Незван, 112, ЗИТ. Напишите в комментариях свое мнение.